Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ожидаемо, стало поводом для очередной битвы русометов, прорусских и аревмтомолов, западников, сил и течений в Армении. Вырванные из контекста во время интервью слова Лаврова опять стали пулями в яростной перестрелке между враждующими лагерями. Об этом в своем телеграм-канале пишет экс-депутат от партии «Процветающая Армения» Арман Абавян. Однако, если выбросить весь информационный мусор, который не дает сосредоточиться на логике лавровских тезисов, то становится очевидным всего один посыл русских. А именно, российская сторона прямо и без обиняков заявляет, что армянская власть в обход ранее обговоренных форматов на пару с Азербайджаном просто поставила русских в очень невыгодное положение, привезя из Праги в Сочи уже взаимно согласованный документ по так называемой мирной повестке. И в этом документе, который любезно был предложен евро американским тандемам, армянам и кавказским татарам, интересы России полностью игнорируются, а вопрос Арцаха просто снимается с повестки. Читай, согласие армянской стороны на политический демонтаж Арцаха. Конечно же, русских не могла не удивить и покоробить позиции армянской стороны, которая спросила русских о готовности последних защищать свои предложения по Арцаху которые, как мы помним, предусматривают архивыгодный для армян вариант о замораживании карабахской проблемы без передачи в правовое поле Азербайджана непосредственно Арцаха. И если с турецко-азербайджанской стороной тут все ясно, кавказским татарам и османам крайне невыгоден российский вариант мирного договора, который, напомню еще раз, не предусматривает передачу Арцаха Азербайджану, то позиция армянской стороны выглядит как минимум ненормально антиармянской. Судите сами, армянской власти говорят, что, дескать, Россия должна защищать свои предложения по Арцаху, и армянская сторона не против российских предложений. Хочется спросить у армянских властей, а вы часом не перепутали, чьи интересы защищаете, а то получается совсем идиотская картинка с прицелом на велотекущую шизофрению. Русские предлагают выгодный вариант для нас, а армянская сторона жеманно так отмахивается от ответственности, говоря практически следующее — мы, то есть армянская власть, вообще-то не против сохранения Арцаха, но это для нас, армянской власти, сейчас не особо актуально. Можете защищать армян в Арцахе? Мы, армянская власть, не против, но если вы, товарищи русские, не сможете защитить свои позиции, то мы пойдем на евроамериканский вариант, где предусмотрена процедура уничтожения Арцаха. Это так возмутительно, оскорбительно, что просто слов нет. Ведь по сути нынешняя политическая верхушка Армении со своими бархатными вертухаями тупо передает Арцах ради своего кресла, спихивая ответственность на сторонних интересантов русских. Но вернемся к армянской власти. Пашиняновская клика попала в такое жесткое разводилово, что диву даешься уровню компетенции, вернее отсутствие оной, в управлении страной. Судите сами, друзья. Первое, если пашиняновские бархатные власти решат принять русский вариант для подписания мирного договора, то буквально через пять минут США, Европа постараются жестко наказать пашиняновских. Второе, если же пашиняновские все же решат принять вашингтонский вариант мирного договора, то валить нас по-черному будут и русские, потому что у условного Запада появился шанс закрепиться под российским южным регионом, и русские этого нам не спустят. Фактически получается ситуация, когда любой ход армянских властей ставит нас в проигрышное положение, политический цукцгванг, написал экс-депутат.